Приветствую вас, друзья, меня зовут Саша, и мы продолжаем проходить GTA 5. Как бы это странно сейчас не звучало, потому что прохождений уже достаточно много, уже все давно прошли, никому не интересно. И последнее видео набрало всего лишь 2000 просмотров, но при этом многие из вас мне пишут, где GTA, где GTA. Вроде с одной стороны никому не интересно и снимать смысла нету, а с другой стороны кто-то ждет. Ну вот... Будем тогда и снимать. Только я не знаю, как что здесь делать, чтобы было как-то повеселее, поинтереснее. Я думаю, что мы можем замутить рубрику, ребят. Рубрику по типу того, что давайте вы будете в комментариях под видео GTA оставлять свои вопросы. Вот, не касаемые битвы замков. Вы оставляете свои вопросы в комментариях, другие ребята их лайкают, наиболее понравившиеся. И я в следующих выпусках прохождения GTA, ребят, буду отвечать. Давайте вот так вот сделаем. Так что оставляем в комментах свои вопросы, а я на них уже буду при следующих выпусках отвечать, чтобы тут, ну, сильно там не тупить. Вот. Также можно пообсуждать какие-то новости, которые происходили вокруг нас. Не знаю, к примеру, я пока, в принципе, не знаю, когда я выложу эту серию GTA, вот, но тут на днях прошел великий бой Фирамира и Азлагора. Извиняюсь сразу, я такой же, как и вы, невольный свидетель всего вот этого вот фрикового шоу, то, что происходило последний месяц, вот эти вот бредовые там нападения и так далее. Вот, потому что весь интернет вокруг трубит, и от этого никуда не уйти. Вот, и у них теперь, наконец-то, прошел бой не на жизнь, а на смерть. Дрыщ против, не знаю, толстого ублюдка Фирамира, вот, и... Ну, это просто пипец был. Типа, офигеть, какой бой, там организация, никакого ринга не было. Но это было видно, что это просто шоу, фриковое шоу. Причем ребятки, что один, что второй, драться абсолютно не умеют. Такое чувство, как будто в первый раз в жизни они получили перчатки, и до этого даже на районе ни с кем никогда не дрались. Просто вот эти удары, ну просто жесть. Еще этот фрик Симонов тоже, типа, тренер, там, организатор, я не знаю. Ну такой бред, елки-палки, просто абсолютнейшая бредятина. Я боюсь вообще представить, какие тонны говна будут продолжаться изливаться на каналах этих ребят, но ты ничего не можешь с собой поделать, потому что ты невольный свидетель всей вот этой вот хероборы. Ну, как бы, ну, смотрим, знаете, почему мы смотрим вот такое вот? Потому что нам иногда, знаете, хочется немножко говнеца. Вот посмотреть на дебилов, да, вот, хочется говнеца такого, вот, просто посмотреть на какой-то трэш, на какое-то вонючее говно, вот, и из-за этого мы смотрим. Ну, еще, конечно, толпа тупых фанатов, не знаю, школоты, хрен его знает. Ну, как это еще описать, я, ребят, не знаю. Вот. Ну, смотрят, зарабатываются деньги, ребята красавчики. Такому успеху можно только позавидовать. Вот. Они там, не знаю, за полдня зарабатывают на Ютубе больше, чем я за весь месяц херачу. Ну, как бы, надо тоже что-то такое вот придумать. Не знаю, прикидываться каким-то фриком тупым. Вот тогда смотреть будут, нести абсолютнейший какой-нибудь бред. Вот, с кем-то типа подраться, пускай кто-то на меня типа нападет, позвонит в домофон, я не знаю, и тогда вообще все будет у нас по красоте, ребята. Вот, тогда все, будет рост, короче, будут просмотры, а по-другому никак. Направляйтесь в ювелирный магазин. А, это сейчас, это... Это тупорылейшая миссия, там, где мне нужно будет много-много чего фотографировать, но мне сейчас надо как-то пробраться в ювелирный магазин. Вот, и здесь сделать много фотографий. Я помню, я там психовал еще, когда на стриме проходил. То есть там реально... Короче, надо будет искать все эти места, нажмите, чтобы включить скрытую камеру в очках. Так, так, очки работают. Избавить сигнализацию, вентиляцию шахты, камеры.
вентиляционные шахты. Окей, ну что здесь еще фоткать? Поговори с продавщицей. Окей, ну давай поговорим с продавщицей. Привет, продавщица! Мне нужно выбрать кое-что для своей второй половинки. Отлично, возвращайся. Окей, сейчас вернемся. Так, что у нас тут получается? Далее, что хотелось бы обсудить. Был выигрыш на этом сайте, mydreams.club, короче, и вот жду денежки, благодаря которым смогу купить видеокарту. Тогда, я надеюсь, смогу улучшить качество записанных видео. Так, надо на крышу идти, да? А нет, в машину сесть надо, окей. Ну окей, чё? Что-то я прослушал, надо сейчас куда-то приехать, чтобы найти место, где забраться на крышу. Ну, объедем здание. Вот, жду денежки купить камеру, фото, видеокарту. Вот, и тогда будет все. Надеюсь, огонь. Вот тоже, блин, ты вроде покупаешь дорогую технику, а все равно целая куча косяков происходит. Вот вроде у меня микрофон хороший, там железо в компе, да? А драйвера звука, они любят между друг другом трахаться. И происходит какой-то конфликт, из-за чего звук часто начинает цокать. И хрен что сделаешь. То есть, ну, вымораживает, а эту ошибку исправить не можешь. Вот, и это все, конечно, огорчает. Стараешься, и все, и бец, и капут. Какую систему тут себе сфоткать? А, поднимись на возвышенность и сделайте фотографию. Хорошо. Все, я на возвышенности. Да. Опа, короче. Все, фотка. Повыше нужно подняться. Ой. Так. Нам куда-то сюда, наверное, надо. Опа. Так. Еще надо выше, да? Сейчас поднимемся. Так. Еще выше. Вот. И что здесь фоткать? Так, вот. Сделать с высокой точки. Угол не тот. Это, походу, там надо, да? Ну, ладно. Так, пошли. Здесь у нас что? Оп. А, здесь надо на лестницу, наверное, да? Сейчас заберемся мы на лестницу. Так. Тут. А тут вот не заберешься, да? Тут проволока. Окей. Идем сюда. Сейчас найдем, где забраться. А-а, тоже не заберешься. Так, ну вроде мы все равно. Мы на высокой точке. Так. Подожди. Еще раз. Вот, нормально. Давай включаем фотик. Угол не тот, можешь снять с высоты? Ты зап... Она спрятана за стеной. Твою ж дивизию, как ты меня запарил. Она спрятана за стеной. Куда-то повыше тебе подняться. Подожди, может сюда надо... Вот так вот. Такое фото может забраться выше. Куда тебе выше забраться? Жди, ой. Вот так вот. Пиздюк. Куда выше-то забраться? Туда на крышу, что ли, или чё? Давай. Какой угол не тот?
Как ты меня бесишь, блядь. Так. Здесь не то. Здесь я на балкон просто какой-то спущусь. Бесит меня это все. Так. Давай. По стеклу идем. Так, давай здесь, может, что сфоткать можно. Опа. Куда повыше? Ну. Так вот. Куда мне еще? А, бесишь ты меня. Куда там еще выше забраться? Бесит. Ой, как разбился, да? Давай сюда. Опять об стенку разбился. Ну а что делать? Вот так вот и живем. Здесь тоже, по идее, можно выше забраться, да? Давай. Или нет? Подожди. Эй, так, сюда здесь никак не заберешься, здесь тоже. Подожди-ка. Здесь не тот выход. Вот сейчас я помню, здесь тоже в прошлый раз тупил не по-детски, не знал, куда нужно забираться. Бесит. Да ты запарил. Так, ну давай здесь. Здесь мы были. И там мы были. Где у нас ювелирный магазин вообще? Давай сейчас начнем тогда думать, где у нас этот ювелирный магазин. Вот. Вот это что ли? Или... Да мы сейчас вообще упадем. Ну не это точно. Там он где-то в начале был. Или вот это здание. Или там где-то. Так, ладно. Здесь мы не можем. Так, давай еще раз. Все, пошел наверх. Так. Ну вот, где-то здесь вот эта вот вентиляция должна быть. Меня бесит этот голос. Get higher. Куда ж тебе тут забраться? Давай сюда. Сюда тоже не заберешься. А, тоже не заберешься. Так. Ну, подожди, остается только сюда. Не знаю. Так. А, ну вот, окей. Вроде нормально все. Сюда. А, вот это вот. Вот. Отлично. Хорошо, теперь нужно вернуться. Вот, а я-то там тупил, не то фоткал. Ладно. Все понятно. А лоховал я. Так, давай здесь мы по красоте упадем. Мордой просто. Мордой. Мордой в асфальт. Так. Вот, вот если бы вы сейчас какие-то вопросики задавали бы мне, я бы сейчас мог бы поотвечать. Так, бежим, 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 бежим. Бежим, бежим. Оп, 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 хап, ла-ла-лей, ла-ла-ла-ла-ла-лей. Оп, оп, давай вниз. Вниз давай. Вот так вот. Еще немного, и ты провалишь все дело. Иди ты срать, чувак. Давай, давай. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам.
Все, выходим. Что нам, куда вниз? Да, вниз. Оба. Давай, 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 беги, беги, беги. Так, все. Сидит додик. Нам же еще нужно подбирать персонал, короче. Ну, то есть чуваков, подельников, с которыми мы пойдем на ограбление этого ювелирного магазина. Вот. Вообще, по сути, долгая миссия, ребята. Вот, и даже еще это дело все и записывать. Так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, как мы красиво всех объехали. По красоте. Так. Так, 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 так. Alarm system's linked to the door lock. We'll get a good window if someone talented hacks it. Anything else? Так, погнали. Оп, не сюда, разворачиваемся. Так, налево. Давай, 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 Вася. Ну, слушай, эх, мы хорошо машину водим, да? Так. About the crew. Yeah. There's this kid who's been helping me. Maybe we could cut him in. I don't work with amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester. Ну давай, давай, давайте это все единственное, что будем пропускать, все эти их разговоры. Так, давай. There's two ways I see of doing this. We go in smart, or we go in loud and dumb. Тупой и шумный. If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your... A hacker can disable the cameras. The alarm will be operating on the... The exit strategy... Окей, окей, окей. Громко. Хочу громко идти. Давай громко. Давай, буковка А, жму. Нет, давай громко. Это как можно при двумя силами. Выберите вариант. Вот, вот так вот, да. Окей. Давай получше возьмем. Окей. Реально, всех подряд давай берем. If you're happy, I'll start making the arrangements. Так, все. Подтвердить. Okay. I'll look into how you can find a tac team and get their weapons, and I'll be in touch. Yes, good. I'll call you when everything's ready. You'll need to pitch. Хорошо. Так, ну мы, в принципе, все, можем выходить. Может быть, вот такой вот коротенький выпуск сегодня сделать, не знаю. Вот. Не хочу сейчас удлинять. Давайте вместе с вами доедем до дома. Вот, там, может, сохранимся. Так. Так, 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 так. Ой, блин, как мы немножко прессанули машину. Уже и Франклин звонит. Hey, what's up? Hey, man. Ой, блин, не договорились с ним. Ну да ладно. Так, Майкл, 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 где-то. Франклин, где дом? Где дом нарисован? Вот здесь вот дом, да? Так, давай. Ну, нажимайся. Нифига не хочет нажиматься. Ну ладно. Что вам тогда? По дороге надо ехать. Подожди, здесь вот так вот, походу, здесь прямо едем. Так. И надо разворачиваться. Во, нормально. А теперь можем гнать просто по главной дороге и тогда вернемся домой. К сожалению, с Франклином мы не договорили, я обрубил, ну ничего страшного. Так. Так, Лестер что-то пишет. Перехватите специальное подразделение полиции. И где она-то едет? Вот она. Или это я? Это я. Окей. Что-то лень мне все это делать, если честно. Собирайтесь на необходимое для выполнения подготовленности. Как только все будет собрано, вы получите
к основному заданию, да? ХС, подожди. Что у нас там ХС? А, можно, в принципе, развернуться сейчас. Подожди, о, тут можно кого-то еще застрелить, да? Да? Все, вот так вот с тобой. Нефиг людей грабить. Еще... А, да ладно! Сейчас перевернемся. Физика нам не страшна. Так. Так. Вот так вот. Давай, давай, есть уже. Во. Нормально. Нормально. С жопы можем тоже ездить. Так. Давай мотоцикл возьмем. Покатаемся на мотоцикле. Так, 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 погнали. ХС надо попробовать. Может это точно ХС, ХС догнать. Так. Сейчас догоним. У нас из оружия, правда, только пистолет. Так. Так. Ах ты, блин. Он... Они наверх ушли. Хрен я тут что сделаю. Давай мы тоже тогда сюда пойдем. Так, 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 так. Давай, Вася, гони. Так. Все вроде бы. Надо смотреть, чтобы они никуда не съехали. Так, они съехали вниз. Опа, 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 и что они? Так. Капс, желтая, обозначает уровень спецспособности. Майка. Ну и чё? Угнать машину надо или что? Давай. Ой, блядь, три звезды, пацаны. Это херово. Уйдите от полицейских. Да, легко сказать. Уйдите от полицейских. Ну пошли уходить от полицейских. Так. Давай, давай, сейчас будем уходить. Ух ты, блин. Так, хрен ты тут уйдешь, блин. Так, давай под мост. Так, сюда. Мы еще так медленно едем, блин, что пипец просто. Жесть. Куда там, если только в лес уходить? И машину перекрашивать. Поехали на стройку. Так, давай, 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 Вася. Как тут мигалки-то выключить? А, все, на Е выключил. Харе, блин! За мной ехать. Так, 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 стой, стой. Дай проехать, блин. Все нормально. Так. Ух ты, нифига, здесь трамплин был. Так, поехали. У нас, походу, там колеса где-то прострелены. Ух ты, совсем неадекватно ездит этот джип. Вот, блин, сейчас опять попадемся. Так, налево. Налево. Направо. Давай, виляем. Здесь снова направо. Давай в подворотню. А, здесь тупик. Твою ж дивизию. Бомжей напугали. Так.
Давай, 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 звезды мигали. Есть шансы. Есть шансы, пацаны. Так. Прямо, прямо, прямо. Так, по железной дороге есть шанс уйти, но мы им не воспользовались. И поперли здесь, около речки. Вот, может быть, они нас даже здесь не найдут. Давайте здесь постоим, попробуем. Что у нас с машиной случилось, что она ни хрена не ездит? Так, ну ждем, ждем, ребята. Найдут нас, не найдут. Ой, там ездит ментовская тачка. Пипец. Едем дальше, короче. Опять заметили, сволочи. Так, ладно, не останавливаемся. Так, снова не видят. Там просто сзади менты были, блин. Они бы потихонечку да нашли бы меня. Пришлось двигаться, я снова спалился. Жесть, да и только. А здесь наш путь уже заканчивается. Но мы можем поехать здесь. Так. И нас точно хрен найдут. Главное, чтобы поезда не было. Иначе нам жопа. Так, давай, давай. Ну все, ну сейчас вы точно хрен меня найдете. Все, нормально. Так, теперь надо машину отвезти в нужное место. У нас там груз с оружием, да? Огонь. Так, направо. Направо. Блин, ну какое же это неповоротливое дерьмо, а не машина. Так, сюда. Так, так, так. Пожарка. Ни хрена не поворачивает. Стой, уйди с дороги. Так. Нормально. Опа. Так, огонь. Сюда. Так, тут у нас ментовской участок, ладно. Так, так, так. Так, отлично. Под мост. Фух. All right, Lester, I got us the tac team rifles. All right, then this score is ready to go. Come inside and meet the crew. Блин, неужели придется продолжать, короче, миссию и грабить банк? Ах. Давай, давай, давай. Waiting on you, kid. Пипец. Да, блин, сегодня придется поиграть немножко дольше, чем я планировал. Давай, давай, садись. Ну, зато крутая миссия, ребята. Так. Уже даже и не помню, как там что проходилось. Мяу, мяу. Давайте, залезайте. Так. Сейчас нам еще нормально так ехать долго. Так, слушайте, мы четверо сейчас станем соучастниками серьезного преступления. Same goes the other way. A crew will only work when there's trust. So, in the interest of fostering that type of relationship in the short time we've got, let me introduce myself. I'm Michael. I've done this type of thing before, more than a few times, and I've made good money doing it, enough to spend a long time not doing it. I hope it goes without saying, I know a lot of people. Anyone yaps about me or any of you will be dealt with. Got it? Good. Так. Now, Frank, over to you. Yeah, man, I'm Franklin, dog. And I'm new to these kind of planned out detail robberies. I done my share of small jobs, you know, liquor stores, warehouses, boosting cars. And then I met this dude right here, Michael, man. And he turned me on to this thing. So, who's next? Let's
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, давай-давай-давай-давай уже, надо быстрее с этим всем заканчивать. Блин, там еще мы ограбим, надо будет снова от ментов сваливать. Так, все, приехали. Давай. Ща будет трэш и расчлененка. Всех убиваем. Давай. Так, Е. Давай, давай, забираем все. Так. Собираем. Грабим, 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 грабим. Давай, 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 все, грабим. Давай, давай. Берем, берем, берем. Все золото собираем. Так. Все собираем. Так. Здесь тоже разбиваем. Все собираем. Так, нормально. Телку даже не пришлось убивать. Давай, так. Все, забирай, забирай, забирай быстрее. Так, что у нас тут? Давай, давай, здесь тоже забирай. Еще два осталось. Один забрали, давай. Бей быстрее. Все, нормально. Забрали. Ну, что дальше? А теперь уходить надо. Так, уходим. Так, все, теперь от ментов надо угнать. Так, погнали. 4 звезды, это круто, ребята. Это очень круто. Так, оп-оп-оп-оп-оп. Давай, давай, быстрее, быстрее. Так. Что, они еще стреляют в меня, нормально. Нормально. Нормально, палят в меня еще. Сволочи такие. Давай, 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 гоним, 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 гоним. Так. Так. У-ху. Оп, 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 оп. Шап, ла-ла-лай. Давай, давай, погнали. Оп, блин, сейчас, сейчас долбанусь во что-то по-любому. Так. Нормально, нормально, уходим. Блин, я походу не туда свернул. Ладно, все нормально. Нормально, все хорошо. Все под контролем. Так, давай, Вася. Да, почти я не врезался. Все, походу... Походу запорол. Ну как так можно было? Сюда давай. Блять, они уже далеко. Так. Давай, 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 Вася. Все нормально. Так, нормально. Все, догнал вроде ребят, хорошо. Опять чуть не врезался. Давай, 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 давай. Давай, 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 ну. Ну, все хорошо. Менты не догоняют. Так. Опа. Опять не туда я попал. Врезался. Давай, 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 давай. Окей. Нормально. Давай, 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 давай. Ну, блин, разгоняйся уже. Опа, ни хрена себе. Так, а теперь мы в грузовике. Нормально. Нормально, фигачим. Да, ну сюда надо ехать, да? Ну ладно. Давай, едем сюда. Так. Так, сюда. Back up here. Watch your ass. Так, ну давай.
Что они с ментами разберутся, не разберутся? Еще копы. Так. Ну нормально, все, оторвались, в принципе. Нахрена он в меня врезался? Идиот. Просто повторить. Я надеюсь, с самого начала не придется. Бля. Так, давай. Опа-па-па-па-па-па. Оп-оп-оп-оп. Я могу еще даже стрелять. Опа, мы еще по воде можем ехать. Так. Нормально. Так, мне главное своих мотоциклистов не сбить. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Проехали нормально. Так, давай здесь этих подстрелим. А, ну это и так взорванная машина. Так, ну чё, давай. А, сейчас главное спокойно ехать, чтобы никакой дебил об меня не разбился. Всё. Блять, да заебал! Франклин погиб. А нахрена он погибает? Бесит. Давай еще. Ну давай, давай. Еще раз. Еду, короче, посередине. Никого не трогаю. Так, все, пошли все в жопу. Так, все за мотоциклистами уехали. Так, нормально. Так, объезжаем тачки. Что нужно сделать, чтобы этот дебил мне в багажник не врезался? Они снова сзади. Ой, неужели он не разбился, не врезался в меня? Так, давай. Ну. Давайте, заезжайте уже. Окей, едем в гараж. Будем надеяться, что пацанам там удобно в багажнике. Так. Давай, давай, Вася. Так, здесь направо. Оп, оп. Так, гараж. Оп-оп, все, заехали. Alright, people. We need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. Alright, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by... Все, давайте. Надо сохраняться уже. Все, прошли мы, ну. Давай. Ограбление. Ну и что у нас тут? I don't care if you got money now. Don't you get it? That ain't what I was looking for. Not then, not now, not ever. I know it ain't important. Just let me take you somewhere. Не отпускает меня игра, ребятки. Are you in a strip club? Grow up, stop.
Ладно, давайте на этой ноте, короче, закончим уже сегодняшний выпуск под танцульки сиськастых девчонок. Как всегда, если хотите, чтобы выпуски продолжались, не забываем ставить лайки, задаем свои вопросы в комментариях, не относящиеся к битве замков, я тогда в следующем выпуске буду отвечать. Ну и лайкайте более понравившиеся вопросы от других ребят. Все, вам, как всегда, пожелаю огромнейшей удачи и пока, друзья.